Всем огромный привет! Начинаю влог с покупочки вот такой. Купили вот такую сковородку для блинов, блинница. Она не совсем дорогая, она вообще не дорогая, она дешевая. И, как показала практика, она, в общем, не очень, но пекет блинчики. Ладно, не об этом, тут я вам все поближе так вот показываю. Сейчас сынок будет испытывать нашу новую сковородку, будем печь блинчики. Сыночка захотел поучиться сам готовить. В общем, смотрите далее. Мы с сыночком пекем блинчики, да? Скажи всем привет. Вот так вообще никогда не делать, если ребенок смотрит. Угу. Как мне делать? Ну, всем привет. Вот так вот. Вот так вот нельзя делать, да? Обождется. Мы туда вот поставили цветочек для красивого фона. Вот если честно, я бы хотела, чтобы на кухне было бы вот так вот, минималистично. Я убрала оттуда доски. Короче, вот все по минимуму. Ну, в общем, не обращайте внимания, раковина грязная, но это ладно. Смеситель, конечно. Ну, вообще, вот, я имею в виду. Так, слазим со стола, мы на столе не сидим. Вот я бы тоже хотела, чтобы так было. Так красиво, да? Угу. Цветочек там так стоит. В общем, ну, чтобы были пустые поверхности, мне нравится. Вообще, так. Вообще. Угу. Понятно. Вот у нас тут, значит, тесто. Мы с Тёмочкой пекем блинчики. Сейчас покажу, как я пеку. У меня, наверное, нифига не получится. Так, ты же первый раз пробуешь, ты же оладушки только... Пробовал. Уже пробовал оладушки давно. Что, помнишь, в квартире жили? Не помнишь? Что-то я помню. Я снимала. Смешно, я из Тони, когда мне его за 4 года. Угу. Рассказать вам. Мне про нас, когда мне было 4 года только. Ну, тупо, мы идем с мамой в магазин. Вот, пятерку. Я на ступорках. Какашку. Угу. Так, что там дальше-то было? Ты как будто вспоминаешь стих. Что там дальше-то было? Не знаю, что там дальше-то было. Ну, было типа... Типа что? Мама мне говорит, воняет. Я говорю, да. И что... Мама мне говорит, и что будем делать? Я говорю, кушать. Мама заржала и пошли обратно домой. Я, кстати, помню это немного так. Ну что ты что запомнил, сына? Ну да, конечно, ты же любишь всякие про какашки, про всякие вот эти. Да что, если это правда? Это смешная история. Вообще прям смешная, присмешная. Очень-очень. Ты такой высоченный, да? Да. Так, Тёма, мы не сидим на столе, слазь. Так, что там у нас с блинчиком с твоим? Давай вставай, чего валяешься? Тёма тут на такой табуреточке, чтобы повыше ему быть. Идем пекем блинчики. Ты в себя веришь? Да. Давай. Верь в себя, ребенок мой. У тебя все получится. Легко. Будущий повар. Так, молодец. И раз, два. Та-дам! Молодец, молодец, умничка. Вот, тащи его в бок этот, подымай, подымай. Молодец. Ой, а кто тут? Все ли я копаюсь? Да, Тёма там. Кусили. Тише. Ты чего? Кусили, види. Анжелика спит, тихо. Ну что там у тебя с блином? Так, мы тут исправили. Кусили, види. Ну а здесь у нас уже следующий день. Я ничего не снимала после блинов. И мы ездили на Валберес, я заказала своей тете вот такой вот чехол, она меня попросила картинку, и сам чехол она выбрала сама, вот решила вам показать эту покупочку. В общем, вот такой вот чехольчик.
Всем привет! Доченька, скажи всем привет! Доча у меня пока тут лежит в кроватке. Ася кидает, хулиганка это. Лискари. Лискари. В общем, хочу вам показать покупочки с Валберис. И не только. В Валберис я заказала вот такие вот опять подгузники. Юсан, как они, я опять забыла. Они уже у меня открыты, потому что наши закончились, и нужно было прям срочно. Я вниз прям такую большую охапку, пачку, такую вот прям унесла вниз, потому что мы там их чаще меняем. Вот, и вот в этой коробке такие же вот подгузники. Не знаю, почему эти не из печатных коробок. Ну, в общем, там тоже подгузоны. Вот. Также здесь еще моя краска. Хна черная. Такую заказала себе. В общем, вот. И теперь покажу вам. Прям на полу буду показывать. Покупки для Алины, в общем. Так, в садик ей купили вот такие сандалики. Черные никогда не брали, впервые взяли. Не знаю, мне понравились, симпатичные. Так, это носки мама себе взяла. Надо будет ей отдать. Так, вот такая юбочка. Мне она понравилась очень, симпатичная. В садик тоже. Ну, так может на лето ходить, гулять. Классная. Такие вот джинсы, даже на вырост они как бы. С такой вот висюлечкой, с такими висюльками. Цвет приятный, мне нравится такой цвет джинс. Вот. Ой, цены 800, значит, 29. Вот эти джинсики. Так, последнее, что мы взяли для Алины. У нее не было ветровки. Она выросла из той своей. С яблочками у нас зелененькая была. Вот такую вот взяли ей голубенькую. С этими сердечками. Вот. Вот такая вот у нас покупочка для доченьки. Да, доча младшая. Ага, лизит такая доченька, полезывает. Вот такая вот милота, красота. Осталось еще мне ветровку купить и мужу. И в принципе все. Еще может Алине надо будет футболок на лето и шорты купить. Такая вот у нее юбочка симпатичная, а вот красивой футболки к ней нет. Так что надо будет что-нибудь подумать, посмотреть. Вот такие у нас покупки. Лика! Лика! А, Лика! Лика, Лика, Анжелика! Ну, да, ты разговоры разговариваешь? Что? Понятно. Да ты умеешь? Так умеешь? Побежали. Побежали. И влево хлопок, и вправо хлопок. Поскакали. Что у нас Алина делает? А? Что вкусная у нас? Морковка. Вкусная морковка. Да. Куколками играешь? Там есть витамины. Угу. В морковке есть витамины, да? Да. Опа!
Доча тут у нас. Что сделала? Перевернулась. И бубух тут. Бубух. И бубух, бубух, бубух тут. Нельзя, доченька. Бух тут, бубух. Да? Хочешь сказать, все, блин, сожрала, мне не оставила. Все съела, не сожрала. Алина, а ты что тут на себе нарисовала, что ли? Да. Хулиганка. Да, вот как мы тут кричим. Алина, давай померяем наряды твои. Сегодня купили. Покажем всем, какая ты красотка в нарядах своих. Ветровочку померяем. Мое. Сандалики, джинсики, юбочку. Давай. Будешь мерить? Мама, я беру лайфхак. А тут у нас гора белья. Мама. Надо разбирать. Желание прибирать. Что? Мама, если с курточкой сделать это джинсы. Нет, не джинсы. Курточка с ветровкой, это сделать сандали и джинсы. Угу. Ничего себе. Нравятся сандалики? Да. Черненькие такие, да? Не да. Было у тебя еще таких? А то уже те расстегиваются, расстегиваются. Липучка, да, там уже забилась, не липнет ничего. Как это забилось? Вот так. Ой, ну что, все, красотка, юбочку одела. Ой, какая красавица. Нравится юбочка? Красивые, да? И вот так она умеет. И вот так. Доча, ты чего там, Доча? Ты что скулишь тут? Цветочек. А, цветочек? Маленький цветочек. Ой, давай показывай свою ветровку. Классную, да? Все, давай расстегивай здесь замочек. Расстегивай. Одевай. Это моя ветровка. Скажи, она мне нравится, да? Да. Анжелика, что случилось? Ликусенька. Лика-лика, Анжелика. Ну, кто плакает? Ой, какая красавица. Вообще классная девочка, да? Так вот в юбочке. С юбочкой можно ходить, да? Задом повернись. Угу. Класс. Какие у Алины джинсы классные, да? Нравится? Да. Ну-ка. Какие бусинки. Покрутись, дочь. Не великовато еще. Алина, ну повернись просто задом. Это боком. Такие свободные, широкие, что ли. Ну, большеватые они. Смотрите, у меня тут Анжелика лежит. Никак не хочет лежать уже. Капризничает. Бабе пошла показывать. Смотри, кто там, дочечка такая девочка. Давай, не отворачивайся. А ну-ка. Вот она, девочка. Девочка 10, да? Вот она как 10, смотри, скажи.